Уже в фойе главного корпуса будущих студентов Пушкинского вуза встречали студенты-консультанты. Они рассказывали о планах приема на 2016-2017 учебный год, помогали определиться с необходимой специализацией, чтобы чуть позже перенаправить абитуриентов на ярмарку специальностей. Здесь можно было из первых уст получить информацию о том, чем живет выбранный факультет и какие перспективы у того или иного направления обучения. У нас постоянно привлечение школьников города Бреста и области на наши мероприятия. Это мероприятие как научного профиля, да, так и творческого. У нас наш факультет приветствует то, чтобы школьники и лицеисты города участвовали наравне со студентами в студенческих олимпиадах. После работы ярмарки специальности абитуриентов ожидала встреча с руководством вуза. Во время открытого диалога все желающие могли задать интересующие вопросы и получить компетентные ответы от первых лиц учебного заведения. Студенческая семья Пушкинского университета творческая и креативная, а потому нуждается в новых кадрах и новых лицах. Наш университет, конечно же, ждет молодежь. Наш университет, как все уже знают, недавно отпраздновал свое 70-летие. Но несмотря на такой серьезный возраст, мы молоды, творческие, инициативные. И, конечно же, ждем молодежи для того, чтобы у нас учились еще новые студенты. Кстати, для абитуриентов 2016-го было подготовлено немало сюрпризов. Один из главных юношей и девушки, решившие провести выходные с пользой, узнали первыми. В вузе в новом учебном году откроются новые специальности. Для многих абитуриентов это отличный повод не ехать в столицу или другие города Беларуси, а получать необходимую профессию практически дома, в Бресте. Веер специальностей в нашем университете действительно достаточно разнообразен. Больше 40 специальностей. А в этом году уже получено добро Министерства образования на открытие у нас подготовки по специальности логопедия и медицинская психология. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.